Не пью 104-й день. Хотя это уже, в принципе, пофигу. В последнее время как-то проще, легче и вообще по барабану алкоголь. У меня на днях спросили вопрос, типа, Димон, а как же я буду в Новый год? Блин, никак. Ну, в смысле, без алкоголя как? Я его либо пью, либо не пью. Сейчас я его не пью. Я его полностью отсек, я не парюсь, я про это не думаю. Ну, в Новый год хотя бы шампанского. Ну как, надо же. Вот это самое, что это такое? Ну надо же выпить в Новый год шампанское. Откуда? Давайте тогда пусть будут дети пить шампанское в Новый год. Ты дурак? Беременные пить шампанское в Новый год. Ну как же надо? Ну вот это вот, ну полная хрень. Я надеюсь, что люди прикалываются, когда так говорят. Ну надо же выпить. Ты меня уважаешь? Плюс это будет первый трезвый Новый год. Очень круто. О, сегодня я вспомню предыдущие мои новые года. Снег-то повалил, так повалил. Вообще, подумал, я не буду рассказывать про все новые года, это слишком долго, скучно, неинтересно. Схема была одна, я выпивал. Все прям трэш было всего лишь один раз, когда меня ограбили, обокрали с ножом, короче, в машине. Вот это было, да, я был пьяный. Но в остальном я выпивал, просто это могло начинаться раньше, не 31-го, а заранее. И туда тянуться вплоть до старого Нового года. А это будет трезвый Новый год. И уже 1 января я буду так же, как сегодня, собранный и готовый к работе. Вперед, в Новый год. Вот если я пью, ну, в принципе, пью, ну, хотя бы раз в месяц, хотя бы немного, то тогда, наверное, для меня Новый год без алкоголя – это что-то странное, очень просто. Как? А если я не пью, алкоголя нету вообще, то Новый год без алкоголя. Вообще спокойно, серьезно. Это же все как-то из детства, блин. Новый год, салат, шампанское. Кто придумал, что 31 декабря мы проводим именно так? Слушай, Оля, я тут, короче, размышляю по поводу Нового года. Ну, знаешь, из серии, откуда вообще пошло все это? Ты знаешь, откуда это пошло, традиция встречать Новый год? С шампанским, с водочкой? Ну, нет. Для того, чтобы узнать, откуда пошла традиция встречать Новый год, я зайду в свое мультимедийное меню. Найду здесь статью про Новый год и прочитаю ее вам. До 18 века Новый год в России начинался не с января, как в настоящее время, а с марта до 1492 года. С участием звезд отечественной эстрады и рока. А вот на настоящий момент моей трезвости, так скажу, вот раз в год я бы пил бы. Вот так вот на Новый год на какой-нибудь, на день рождения, взял бы да выпивал бы. Ты дурак. Но вот если я смогу остановиться, чтобы не пить потом второго, третьего, четвертого, я бы так пил бы. Это на настоящий момент такие мои мысли. 2 года назад я продолжаю не пить, а год назад 3 пива, 100 рублей в алкобанку. Сухой Новый год. Продолжение следует. Вот подбухнуть бы. Ты дурак.